Вепские переборы. У этого танца свой характер и своя философия. Но главное в том, что балетмейстер Анна Петраченкова заменила музыкальное сопровождение виртуозными возможностями юных артисток, отстукивающих и отбивающих ритм. Это такие эмоции, которые невозможно забыть. Это слезы, мурашки по всему телу, это необычные эмоции, и усталость, и гордость за нас самих, что мы смогли, мы преодолели этот тяжелый путь, и все-таки не зря. Этот танец принес ансамблю долгожданную победу. На 4-м Московском областном открытом фестивале-конкурсе народного танца «Князевские встречи». Эльвира, это ваш родной зал, где проходят репетиции? Да, это наш зал, в котором мы ежедневно оттачиваем свое мастерство, готовимся к текущим концертам, конкурсам. И все основные группы ансамбля обязательно на ней занимаются. Еще 5 минут назад девушки из хореографического ансамбля делились новостями, разговаривали и смеялись. Но как только началась репетиция, на сцене абсолютная тишина. Все максимально собраны и ловят каждое слово своего педагога. Руководитель и основатель Эльвира Константиновна Фокина. Выпускница хореографического факультета Московского государственного университета культуры и искусств. Эльвира Константиновна – талантливый человек, профессионал своего дела. Эльвира Константиновна – очень веселый педагог, который всегда сможет нас поддержать. Скажу по секрету, в своем кругу мы называем ее Эльвира Фо. А почему? Потому что ее фамилия Фокина, и мы ее очень любим. С помощью народного танца в душе детей и подростков сохраняются истоки национальной культуры. Формируется причастность к народным традициям, прививается любовь к нашей истории. В этом уверена Эльвира Фокина. В 11 лет я попала в ансамбль народного танца, и меня это влюбило просто с первого момента. Я увидела, особенно зашла за кулисы, вот эти костюмы, переодевания. У меня эта театральная обстановка, вот эта концертная, танцевальная, я просто подумала, я до сих пор помню вот эту картинку перед глазами, и что мои мысли я хочу так же. Девчонки, через несколько секунд вам выходить на сцену. Что чувствуете? На самом деле это очень волнительно. Но как только выходишь на сцену, сразу волнение все спадает, как будто бы... И не волновался. Поддерживаю. Волнение, возможно, присутствует за пару минут до выхода на сцену. Но когда ты выходишь на сцену, ты настолько вживаешься в роль, что ты даже уже не думаешь, правильно ли ты танцуешь, с правой или с левой ноги. То есть ты будто живешь уже. Все, это будто другая твоя планета, где ты просто вот персонаж. Танец «Четыре двора» – визитная карточка образцово-показательного ансамбля, который в этом году отметил свой 13-й день рождения. И каждый год он приносит коллективу новую победу. И не только за оригинальную хореографию, но и за продуманные до мелочей красивые костюмы в русском народном стиле. Девочки, я обратила внимание, что у вас прекрасная обувь, но она в разном состоянии. У меня... Самые новые туфли, такие красивые, блестящие. Купила вот совсем недавно. Так, у меня уже вторая стадия. Потертые чуть-чуть рваненькие, но в нормальном состоянии, в рабочем. Так. Честно предполагаю, что у меня, наверное, стадия третья. Это когда уже, уже так, на 60% они уже изношены. И последняя завершающая стадия. Ну все, у меня уже 4-я, тут уже однозначно нужно менять, уже дырочки появляются, потертости очень много, и ремешки уже все поломаны. Но это значит, что вы активно танцуете, может быть, поэтому определяется, хороший танцор или плохой? И действительно, туфли для танцора – это как скрипка для музыканта или коньки для фигуриста. От них зависит качество исполнения танца, ведь стопы контролируют баланс и движение девушек. Звучит музыка, и ты растворяешься в ней. Исполняешь танец, и ты с головой погружаешься в эту атмосферу, которая заряжает позитивными эмоциями. Вот и закончилась очередная репетиция.
Кого-то ждет дома горячий ужин и гора невыученных уроков, кому-то не терпится погулять по городу и сходить в кино. Пришла пора снять красные туфельки, которые будут ждать своего следующего выхода на сцену и новых танцевальных побед.